Праздник любви к Отечеству. Ханты-Мансийск отметил День народного единства. Митинг-концерт «В единстве наша сила» традиционно прошел на центральной площади города. Патриотическими песнями жителей и гостей окружной столицы порадовали творческие коллективы досугового центра «Октябрь». Поздравила горожан и губернатор Югры Наталья Комарова. Культура, мудрость, традиции каждого из народа, населяющего автономный округ, это наш фундамент. Это база, за которую мы держимся и которая дает нам возможность развиваться и жить дальше, передавать эту прекрасную землю нашим детям, внукам и следующим поколениям, всем следующим поколениям. Присоединились к празднику не только местные власти, но и молодежные объединения и обычные жители города. Всего более 3000 человек. Нельзя к этому не присоединиться. Это наша родина, это наша история и наше будущее наших детей. Нельзя было не присоединиться. Я об этом даже как-то и в мыслях не было, чтобы не пойти и не присоединиться.